Офис президента Зеленского жестко цензурировал вопросы на встрече с госсекретарем США Помпео. Сотрудник пресс-службы главы государства каким-то образом оказался совсем рядом с нужной журналисткой. Вопросы, которые задавала президенту представительница Ахметовского канала «Украина-24», были тщательно подготовлены и заведомо записаны в блокнот, чтобы подвести Помпео к нужному ответу. А сам Зеленский признался, что ждал этого. Поэтому команда Зеленского продолжает играть в темники, чтобы не позволять спонтанно задавать вопросы независимым журналистам в прямом эфире. Главным итогом пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и государственного секретаря США Помпео можно выделить то, что здесь была разыграна цензура как по нотам. Актуальной правде удалось зафиксировать то, каким образом были заказные заданы вопросы Зеленскому, причем это делал представитель только одного СМИ, это телеканал 24 олигарха Рената Ахметова, и причем он, журналистка задавала два вопроса, больше никому из украинских СМИ не дали задать вопрос. Вот вы сейчас на экране видите фотографию сотрудника офиса президента, который, собственно, руководил этим процессом с заказными вопросами. Фактически это одна из форм цензуры. И это, конечно, вопиюще. Мы будем обращаться в Госдепартамент США с этим вопросом и к президенту. На каких основаниях они ограничивают для нас работу? Мы не можем задавать вопросы. Не можем задавать вопросы госсекретарю. Специально были заданы такие вопросы, чтобы Владимир Зеленский оказался в Вашингтоне наконец-то. Нужен он ли там 100 лет? Это стало понятно, что по ухмылке Помпео. Зеленского серьезно никто там не будет воспринимать. И поэтому они уже идут на какие-то ухищрения, чтобы обманывать журналистов, обманывать госсекретаря, лишь бы только задать нужные вопросы, подвести к нужному ответу. Причем вы заметите сейчас, вот вы увидите кусочек, как Зеленский отвечал. Дякую за запитання. И дійсно, я отримую дуже багато закликів і пропозицій відвідати ту чи іншу країну з будь-яких питань. Ви знаєте, спочатку я розумів, я про це дуже багато разів спілкувався з людиною, у якої більше політичного, дипломатичного досвіду, це наш міністр закордонних справ. Я йому казав, а що ми будемо там робити? Навіщо ми їдемо? Ту чи іншу країну? А що ми там можемо погодити? А що ми можемо привести для нашої країни? А про що ми будемо говорити, щоб кожне слово було не просто слово мандрівника політичного, як це було, мені здається, дуже багато років. В нашій країні відбувається багатьох країн. Якщо ми можемо про щось дуже важливе домовити, що вигідно обом країнам, перш за все, я думаю про Україну, про всі поваги до Сполучених Штатів. Якщо у нас є предмет важливий цієї розмови, крім стратегії і крім тактики, а дуже важливі речі, які ми можемо, про що ми можемо домовитись, що ми можемо підписати, що ми можемо взяти, то я готовий їхати завтра. Видите, он ответил, что, мол, спасибо за вопрос, сделал хорошую артистическую игру, что он не ожидал этого вопроса. Но это было конкретно разыграно по нотам, вопрос-ответ, чтобы подвести госсекретаря Помпео к нужному изречению, к нужному ответу. Но он не повелся, как опытный бизнесмен и политик. Since January 2017, one need look no further than the facts, the support that this administration has provided. And we talk about the assistance, that's important. It's certainly helpful for the Ukrainian people. It makes a difference for the United States as well. It's to our benefit as well. But what really matters is the relationship that's developing between the two countries, and politically and diplomatically, commercially and economically. And these are the things that benefit each of our two countries. We'll get the diplomacy right. We'll get that piece of it in the right place as time goes on. President Zelensky and President Trump had a fantastic meeting in New York this past September. I had a chance to see President Zelensky today, and I'm very confident that we will engage at the senior levels, the appropriate time, in all the ways to do the right thing. In the end,
It's less about talking. It's less about what someone says, but about how we deliver together to deliver really good outcomes for both the Ukrainian people and the American people as well.